Поселок Новобордовский, окраины Перми. С центром города его разделяет почти 15 километров. Но теперь это расстояние без труда можно преодолеть на общественном транспорте. Новый автобусный маршрут – еще один шаг по развитию городской инфраструктуры. В рамках работы с наказами избирателей я очень рад и констатирую, что этот вопрос решен. Уже неделю ходит маршрут, комфортабельный маршрутный автобус 25Т, комфортабельный Мерседес. Я думаю, что это как раз решение, комплексное решение того вопроса, называется транспортная доступность, независимо от места удаления того или иного микрорайона от центра административного города Перми. Решение транспортного вопроса в поселке ждали давно. До недавнего времени 500 человек, а именно столько проживает на Новобродском, ежедневно добирались до города, что называется, на перекладных. Теперь стало по-другому. Регулярный автобусный маршрут курсирует точно по расписанию через авторадио до Комсомольской площади. Появление автобусного маршрута является очень важным моментом для жизнедеятельности микрорайона. Не у всех есть возможность пользоваться личным транспортом, далеко не у всех, потому что многие ездят на работу, на заводы, на предприятия города. Пенсионерам необходимо ездить в поликлиники, в аптеки. Для того, чтобы запустить автобус, в поселке отремонтировали несколько километров дороги. Старое асфальтовое покрытие давно пришло в негодность. Дороги заасфальтировали, привели в нормальное состояние. Даже у магазина сделали площадку специально, чтобы автобус мог разворачиваться. То есть организовали все условия для того, чтобы автобус стал функционировать. Дмитрий Копанцев, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.